организация конференции совместно с Уфологической ассоциацией Китая. Конференция называется «Пять континентов». Для конференции было несколько потоков. Были заключены соглашения, бизнес-соглашения между мэрией некоторых китайских городов и фирмами аэрокосмической направленности, фирмами, которые имеют корни в России. Ну, это отдельная часть была. Много было приглашено уфологов из других стран. Изначально планировалось участие 30, представителей 30 стран, но доехало сюда только 15 представителей из всей Европы и Америки. То есть были как итальянцы, американец, англичанин, из Болгарии, из Венгрии. Со всеми ими мы тесно пообщались от лица Космопоиска. Тесно и тепло. Вот. И мы договорились усилить взаимодействие международное для лучшей координации деятельности. Итальянцы выпускают интересный журнал. В Венгрии сейчас будет конференция в ноябре, в Италии в конце октября будет конференция. Пытаемся принять там участие, на связи. Да. Вот, в общем-то, очень полезное мероприятие. Почему-то не так много рядовых участников. К сожалению, заявок было много на e-mail, людей пришло. Ну, это только первая конференция. Следующая в следующем году планируется в Китае, насколько я помню. Вряд ли, конечно, делегатов из России будет много, потому что в Китае лететь долго и дорого. Но мы постараемся принять участие в ней тоже.